перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. О, эфир запустился. Блять, что за хуйня? Он запустился или нет? Почему никто не пишет? Смотрите, примерно минут 5, 6 тысяч человек смотрело, как я курю самокрутку с табаком. Вот. Вот так. Всем привет. Ну все, да здорово. Короче, ладно. Давно я не общался с вами. Пора это сделать. Потому что, возможно, вероятно, есть вероятность небольшая, что вы хотите что-то узнать.
И я подумал, а почему бы в этот прекрасный вечер, в такую хорошую погоду, не выйти в халате на балкон и не поговорить с вами? Ладно, как дела? Я надеюсь, что у вас все хорошо. Да, здравствуйте. Халдарин Нисек. Якше? Нормально. В порядке. О, хорошо. Это хорошо. У меня вроде тоже все нормально. Готовим. Что там, блядь? Альбом? А, да, альбом. Вот. Переносится он, короче, извините. Так получилось. Просто мне захотелось вы... Как это называется? Мне захотелось его выложить чуть позже. Я надеюсь, я нормально объяснил. Чувствую себя отлично, настроение прекрасное. Пойду спать отдыхать скоро. Отдыхать это важно. Обожаю твои песни. Слушай, это очень приятно. Спасибо. Но, скорее всего, моих песен ты еще не слышала. Вот, а они как раз выйдут уже вот чуть-чуть, ну, скоро, короче. Честно. Вот там послушаешь, вот там песни, короче. Да. А этот... Как сказать-то? Все, что было до, это так. Ну, типа, прикол. Ну, камон. Вы думаете, можно создать что-то прикольное за 5-10 минут? На самом деле, да. Ну вот, но песенки чуть позже. Вот, пока что это были не песенки. Ну так, типа, ну это было весело, прикольно. Вот это, типа, на-на-на, там рэп, вот эта хуйня. Интересный опыт в жизни, скажем так. Это было весело. Вот. Теперь как-то уже надоело чуть-чуть. Прикиньте, год прошел целый. Ну, типа, за год уже надоедает какой-то жанр. Ну, типа, вообще развитие в какую-то сторону надоедает. Вот. Ну, блин, год продуктивный, да? Год продуктивный. Получается, за год, ну, плюс 2 миллиона 100 тысяч на канал за год. Запомните, да, за год. Я потому что классный. Вот. Что еще за год было? Ну, типа, хуй знает, концертный тур был за год. Прикольно. Ну, довольно много прикольных хуйней за годик произошло. Я думаю, следующий годик будет повеселее. Преподам ебать мозги. Когда пойдешь к преподам ебать мозги за то, что они тебя не уважали? Да ты чё, это хуйня? Месть – это вообще, в принципе, плохо. Если вы думаете, что я реально обижаюсь, типа, на ректора своего, чё, ебанутые, что ли? Это, типа, просто, ну, показать, что, ну, блядь, вот видите, ну...
как молодые люди, им не очень обязательно иметь высшее образование, чтобы хорошо этот зарабатывать. Причем тут на ректора вообще похую. Я типа совсем не обижаюсь на него. Выгнал и выгнал, блядь, даже, наверное, к лучшему. Хуй знает, это просто показать, что, ну, не бойтесь, молодые, блядь, кого там выгоняют или чё. Не надо вот этот стереотип слушать, типа, нужно получить образование, чтобы найти хорошую работу. Нахуй такая жизнь нужна? Типа, вы чё, бля, ебанутые? Жизнь надо, ну, прикольно прожить, а не типа 5 лет ходить ебаный каждый день в какую-то залупу, чтобы потом тебе дали корочку. Нахуя на это тратить 5 лет? Можно намного веселее вещи делать. Вот. Так что, ну, типа, камон. Похуй на ректора вообще. Он типа, ну, он обозвал меня уродом, мне было неприятно. Типа, я думаю, нифига себе, ты же вроде как, ну, должностное лицо, там, ты, ебать, ректор, ну, короче, ты, типа, ну, крутой. Ну, блядь, ну, нельзя же так обзывать уродом, ну, типа, урод. Ну, неприятно, короче. Вот, но я его даже в ответ же не обзывал, я же его не обозвал даже никак. Я просто вообще даже ни про него ничего не говорил, по сути. Он только если угорал. Ну, смешной просто. Вот. Мне типа, не, вы чё, похуй, на месте это вообще ужасное дерьмо. Салям, салям, всем моим братьям салам. Так что вот, никогда никому не мстите, это полная залупа. Бля, какой-то декодинг, да? Оп-оп. Декодинг какой-то пошел. Если что, курить это плохо. Ну, реально говно. Бесполезная трата денег, бесполезное убийство себя. И ничего с этим не поделаешь. Хуй туга. Вот хуй ее бросишь. Поэтому в пизду. Типа подумайте сразу о вложениях в будущее, столько бабок сэкономите банально вот на этой хуйне бесполезной. Так вот, да, ОАО не забываем. Конечно, ОАО. Базар ноль. Вот. Короче, месть хуйня. Я ректора в ответ не обзывал. Он меня вроде назвал, я не сказал ни слова матершинного про него. Я вообще про него ничего не говорил. Просто факты, типа, ну вот, зарплата ректора хули. Просто факт. Как, ну, типа, я его вообще не унижал. Вот. Так что не, не надо. А вот касательно этого, блядь, меня многие доебывают, даже знакомые не поняли нихуя. За то, что, типа, я назвал YouTube помойкой, а блогеров биомусором. Окей, декодинг. Слушайте. К сожалению, то, что вот я прописывал голосом, я писал слегка нетрезвым. Извините, чуть-чуть. Ну, слегка нетрезвым. Вот. Слегка. И, короче, я пропустил важное слово, уточняющее. Как бы русский YouTube. Вот русский YouTube помойка. Сам сервис, типа, блядь, сервис YouTube. Это окей. Это типа пиздец, нихуя себе. Этот настолько глобальная сеть, это заебись. Вот. И этот. А вот конкретно русский YouTube, это же, ну, помойка же ебаная, разве нет? Ну, типа. Ой. Просто вы там. Да что такое? Где фокус? Пожалуйста. Ну, короче, видимо, в расфокусе сегодня, пацаны, тусуемся. Чё за хуйня? Или что случилось? Это фокус проебался? Или жизнь моя, блядь?
Ну, короче, пиздец, элитов смотрит в 144. Окей, договорились. Похуй. Собственно, это, о чем я говорил. Слушай, хуй знает. Да, сейчас я сделаю флешбэк для себя. Алишер, возможно, где-то на Рыбперископе ты вот это сейчас смотришь и охуеваешь, типа, почему я это не помню. Но, короче, просто давай договоримся с тобой, Алишер. Там, отдохнуть. Окей? Сегодня отдыхаем. Ок. Все. Извините, это я для себя. Так вот. Я до сих пор не вспомнил, о чем я говорил. Декодинг, блогеры и биомусор. Вот. Русский YouTube – это помойка, типа. Ок. Протри камеру. Вы что, серьезно думаете, что она запотела? Думаете так? Слушайте, я вам доверюсь и протру ее. Надеюсь, вы меня не наебали, короче. Отчего? Слушайте, она в натуре запотела, прикиньте. Отчего же? Блять, видимо, я горячий, сука. Точно. Так, горячий. Так вот, блогеры – это, ну, биомусор. Просто в моем понимании блогер – это паразит, ну, вот жесткий паразит, типа, который ничего творческого не делает, нихуя. Вот человек на Ютубе, не занимающийся творчеством, это паразит, это и есть блогер, вот, типа, вот он настоящий блогер, который, например, показывают, что в сумке, да, или что там, с ним просто снимают реакцию, бля, на популярные видео. Прикиньте, это пиздец. И вот это блогеры, вот их я реально не уважаю. Неужели она реально потеет, мразь? Какого хуя? Почему потеет-то? Точно, горячий. Вот. И вот эти блогеры, они паразиты. Вообще конченые. Это вот и есть в моем понятии блогеры. Это мусорка, а вот эти блогеры, которые нихуя вот не создают, они мне не нравятся. Их я считаю биомусором. И их я называю блогерами. Вот. Извините, возможно, вы не то поняли, блядь. Но у меня такое видение. Извините, ебать, мое ж творчество хули. Я же говорю свое видение. Я же могу. Могу. Вот и все. Ну а про остальное, я думаю, вы поняли. Соточку сожгли. Бля, до сих пор есть люди, даже близкие люди, которые говорят, ну ты же, ну типа, блядь, ну подделку же сжег, правильно? А я говорю им, а вы долбоеб? Нет. И они такие, я долбоеб. Вот, примерно так и происходит. Вот. Так что не волнуйтесь. Да, ну спалил сотку. Извините, нахуй. Ну захотелось так. Не помню, почему захотелось, но захотелось так. Извините. Ну это ж было прикольно, это было весело. Так, ну, держать сотку, типа, и так в огонь кинуть. И смотреть, как горят. Охуенно было. Мне понравилось, короче. Ладно, надеюсь, вам тоже. Вот, кстати, да. Последний. Закурю-ка я нахуй. Так, закурил. Закурил и забыл, о чем я говорил. Да. Москва. Летал туда потратить очередную сотку. Вы до сих пор не угадали, на что. И ладно, окей, вы, скорее всего, не угадаете, потому что, ну, типа, это очень сложно додуматься. Одно хочу сказать, маленький такой спойлер. Перед тем, как выйдет альбом, который перевернет игру, запомните, запомните.
Я хочу познакомить вас, ну и всех своих зрителей вообще, в принципе, с людьми, которые важны в моей жизни. Вот. И, короче, по мере вот выхода альбома будут появляться такие штучки прикольные. Я буду знакомить вас с людьми, которые очень, ну, типа, важные фигуры в моей жизни. Потому что вы тоже должны их знать. Если бы не было, как бы, их, по сути, не было бы меня вообще, в принципе. Вот. Так что это вам маленький спойлер. Ну и хули, все, наверное, хватит вам знать. И так дохуя узнали. Такая хуйня. Ладно, давайте пока тлеет данная сигарета, ну, отвечу на пару вопросов, которые интересны вам. И, наверное, пойду спать. Какие сигареты куришь? И вам действительно это интересно? Интересно. Ну вы чё? Хорош. Вообще забудьте эту хуйню. Это плохо, блядь. Это хуёво. Альбом Тантасика, конечно, жду. Главное, чтобы мы не совпали с ним в один день. Ой-ой-ой. Вот, главное, чтобы мы не совпали в один день. А я вам говорил, нет, дату релиза, ну, на которую перенесли альбом. Или не говорил? Просто что-то я забыл. Говорил, не говорил, сука, просто я забыл. Я не знал. Напомните, друзья. Тур, кстати, будет. Тур будет. Вот вам первый спойлер. Будет тур. Очень большой. Много городов. И, короче, охуительный. Вот. И я поеду, скорее всего, с живой группой, живыми инструментами. И буду сам петь. Без ебучей фанеры. Привет, Никита Терников, блядь. Вот так вот. Поэтому тур будет очень жесткий, блядь. И билеты скоро будут. Так что, сука, успевайте. Там будет пиздец. Ненавижу рекламировать свои концерты, но, сука, этот буду, потому что там будет пиздец. Вот. Что с тобой? Вот это хороший вопрос. Да я просто блядь, очень устал. Долго не спал. Во, результаты Пальмы Гуфит. А, мы уже выбрали победителя. И, короче, ждем момента. Ну, типа, Пальма Гуфит будет. А, и будет он на море, как я и обещал. Повезу победителя на море. Там мы делаем с ним клип. Это, бля, скриньте нахуй. Вот если я на это пропизжу, забудьте меня навсегда. Вот эту хуйню обещал, я ее должен сделать. Все, рот ваш ебал. Ну, не ваш в смысле, а того, кто там вдруг не верит. Вот, скриньте, если не сделаю, кидайте мне это везде. И, скорее всего, я себя убью. Вот, кстати, хейтерам этот лайфхак. А, так вот, не говорил дату альбома, да? Все. Тогда смотрите. А, скажу ее завтра.